Всем привет, друзья! С вами Андрей, Qyuk.ru, и у нас быстрый обзор, первое впечатление от телефона Samsung Galaxy J6. Средний класс от Samsung обновляется, получает вытянутые дисплеи и остается практически теми же характеристиками. Цена немножко подросла, но наша задача сегодня, сейчас, скажем так, этот телефон распаковать, показать вам, как он выглядит в руке, вот эти самые первые ощущения, и собрать в том числе ваши вопросы к полному обзору, который через несколько дней появится, и в котором, я так думаю, вот этот телефон Galaxy J6 надо сравнить с его братом, практически близнецом, Galaxy A6. Ну а пока краткий ликбез. Смартфон интересен в первую очередь тем, что имеет большой дисплей 5,6 дюйма при достаточно компактных габаритах, он вытянутый. Он имеет неплохой процессор, это Exynos 7870 и 3 ГБ оперативной памяти, раздельные слоты под сим-карту и карту памяти и вполне неплохую, скорее всего, камеру 13 мегапикселей основной. Ну и, конечно, стоит выделить, что плюсом является наличие NFC в данном смартфоне, что тоже выделяет его здорово над конкурентами. Ну а мы давайте его распакуем. Поставляется в стандартной коробке от компании Samsung. Перечислены основные его функциональные особенности. Безграничный экран, камера 13+8, сканер отпечатка пальцев. Ну и, в принципе, здесь перечислены остальные детали. Да? То есть поддержка двух сим-карт, NOX и так далее. Это уже не так, думаю, важно. Телефон открываем. Пожалуйста, вот телефон. Он пока в пленочке, с которой мы его вытолкнем. У нас смартфон черного цвета. Мы его пока включим. В комплекте идет скрепка непонятной фигурной формы, зарядка на 1 ампер и кабель microUSB, кстати. Немножко макулатуры, само собой, листать мы ее не будем. Коробку мы пока закроем, включим телефон. Ну, кстати, он не сразу предлагает распознавание лица настроить или отпечаток пальца, поэтому для любителей Face Unlock, пожалуйста, все будет. Так, телефон включился, ну и что отметим? На самом деле мне очень нравится, как он сразу ложится в руку. Задняя крышка здесь, конечно, пластиковая. В Galaxy A6, напоминаю, сзади металл. Очень сильно похож по дизайну лицевой стороны и задней, в принципе, части. Кстати, обращаю внимание, что сразу вызывной динамик находится на боковой грани, то есть вот закрывать он у вас здесь ничего не будет. Разъем для зарядки microUSB, 3,5 мм здесь еще есть, это хорошо. Используются отдельные два лотка для двух сим-карт и карты памяти, поэтому это тоже плюс. Пока что работает все достаточно шустро и быстро. Напоминаю, здесь стоит достаточно старенький уже процессор Exynos 7870, поэтому чудес по производительности и по насколько этот смартфон игровой ждать точно не стоит. Зато в повседневной жизни, скорее всего, работать будет все достаточно быстро. Оперативной памяти 3 ГБ, и в принципе здесь к производительности пока вопросов не возникает точно. Насколько это будет все дальше, это, конечно, вопрос. Ну, сейчас мы этот телефон возьмем, сделаем несколько каких-нибудь кадров на его 13-мегапиксельную основную камеру, на селфи, кстати, со вспышкой тоже что-нибудь сделаем, но в конце сделаем небольшой вывод. Ну что, мы сделали на этот телефон несколько снимков, на самом деле результат достаточно ожидаемый. Камера далеко не флагманская, но, как и все остальные Samsung, мне нравится, как смартфон делает снимки. Хорошая цветопередача, детализация могла бы быть и лучше, наверное, на дальних планах, и, в принципе, некоторые детали в тени сильно теряются, но, в принципе, снимает неплохо. Есть прикольные фишечки в камере, в частности, например, селфи-камера умеет делать широкоформатные селфи, но делается это не за счет того, что камера как-то изменяет какие-то свои настройки, а просто делается несколько снимков. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. В общем, функционал надо, конечно, отдельно разбираться. Понятно, что видео смартфон 4К не будет писать, но тоже вопрос интересный. Смартфон приятно, прилично снимает, как и все остальные смартфоны среднего ценового диапазона. Но, конечно, если вам нужна отличная съемка и днем, и ночью, скорее всего, вам нужно переходить в другой ценовой сегмент. Ну, конечно, в полном обзоре этого телефона мы сравним несколько примеров фото на этот телефон и на Galaxy A6, чтобы понять, а все-таки стоит ли разница за Galaxy A6 тех денег, которые за него просят. Ну и, в принципе, понятно, что во всем остальном смартфон достаточно интересный, как все остальные Samsung, прежде всего, соотношением того, что здесь установлен большой и экономичный AMOLED-дисплей. С автономностью смартфон тоже должен быть полный порядок, 3000 мАч. Ну а с чем не будет порядок, это, скорее всего, производительность. На все вопросы с деталями, с примерами мы, конечно, ответим в полном обзоре. Чтобы все детали по этому обзору не пропустить, подписывайтесь сейчас на канал, в течение нескольких дней это все выйдет. Ну, конечно, сейчас под видео можете оставлять свои вопросы и комментарии, что именно в этом телефоне протестировать особенно, обратить на что внимание и что, может быть, сравнить в Galaxy A6 и Galaxy J6 наиболее детально. Ну, я еще раз напоминаю, если хотите этот смартфон купить в нескольких цветах по ссылкам под видео, вы этот смартфон найдете. С вами был Андрей, Qyuk.ru. Всем пока.